Итак, всем братьям осталось, сегодня мы продолжаем проходить Биошок Инфинит. Самая прикольненькая игрушка, прикольная, но только моменты немножко волнует, то что она начинает тяжеловато. Хайп, гитара. И наконец-таки мы узнаем, что Комсток... Ну, Комсток же наверху вроде, так что сейчас узнаем, что с Комстоком. Кстати, это будет прикольно, если сейчас начнут уничтожать Нью-Йорк, значит... Так, что... О, кстати, день рождения у... друга. Четвертый месяц, это... Апрель. 19 апреля 1870... Знает какого? Еще палуба. Тут я сам разберусь. Нет, я пойду с тобой. Да-да, пойдешь со мной. Да-да, сейчас будет весело. Хотя без нее... Ну да. Ладно, заходи первая. Бля. Лиза, пожалуйста, дай зайти. Элизабет, прошу тебя. Ты меня не пускаешь? Элизабет, ты застряла? Ты застряла, да? Не надо. Пожалуйста, не надо. Все должно быть хорошо. Элизабет, дай пройти. Кто здесь? Элизабет. Точно, в нее нельзя целиться. Элизабет, пожалуйста. Не нравится мне это. А мне больше, чем тебе не нравится. Во. Это уже интересно. С какого момента не понял, что здесь прыгать? Кажется, я что-то видел. Ничего нет. Бля, какой охуенный путь. Я вроде бы еще отстреляю. Ну ты и дурак. Вот что. Вот. Как всегда, что ли? Во всех играх. Я теперь молюсь. Прицелился вроде. Берегись, чуть... там механик! Можно чуть выше. Букер, лови! Пойдет. Открой, сейчас. Элизабет. Прыгни, прошу. Механик может пустить по аэротрассе за разряд электри... А, да? Значит так. Открой! Сейчас! Я его типа так заряжаю? Просто это... Смотри, я его Сейчас! Патроны, Букер! Нужно? Давай. Спасибо! Новый предмет — рубашка пироманьяка. Пироманьяк. Получив урон в бою, вы можете пожить ближайшего врага, нанести 400 урона, 400 на 3. Там 50, а здесь 400, это получше. Ну,
должны были ему помогать, но что-то как-то решили только такой передумать. Давайте же это. Ну, минус единственное то, что я понимаю. Зато по противнику. По этой трассе можно подняться к второму. Я, пожалуйста. Сколько у меня денег? 400 снижения удлиненной обоим. А больше патронов есть? Дробовик. Если на дробовике можно увеличить боезапас, то, в принципе, я сейчас возьму дробовик. Нет. Или, по крайней мере... А. Нет, это... Нет, это ручная пушка. Я думаю... А, ну, блин, дробовик и ручная пушка немного похожи друг на друга. В принципе, тут осталось только одно такая штука. Вот это я, пожалуй... Вот это я улучшу, потому что пистолетом можно еще побегать. Это как пистолет, только не пистолет. Либо как карабин. Только меньше количества. Вообще это карабин на максимум прокачки. Ты хочешь начать все заново, но прежде время обернется вспять, чем ты найдешь прощение. Не все грехи можно искупить. Но если ты хочешь искупать. Что? Мне здесь куда-то нужно приземлиться. Да, вот и верхняя палка. Хватит играл. Все было же хорошо, и тут на тебе. Просто такой. Ну вот, вот, что ли? Это прогрузка какая-то идет или что? Ага, и тут это закрывает. Ага, сюда хотите поместить Элизабет, чтобы что-то... Это моя башня. Что это? Сифон. Я это видел. Я слышал, как ты поешь. И машина в ответ начала двигаться. В гробнице моей матери был такой же, поменьше. Они иссушали меня. Может, поэтому я не могу? Что? В детстве я не просто открывала разрывы, я могла создавать свои собственные. Могла пойти, куда захочу. Но в башне. Да, я сейчас буду. В башне ты могла создавать любые... Отойди. Я убью его. Букер, нет. Это наше с ним дело. Ты сама идешь в ловушку. Мне нужно это сделать. Подойди, дитя. Ну же, я не кусаюсь. Ну и ну, как ты выросла? Скажи, что это я? Это картошка? Или камушек? Камушек? Ты только взгляни на себя. Эй, пусти ее. Элизабет. Я всего лишь хотел оградить тебя. От чего, блядь? Семя пророка взойдет на трон. На себя мой. И пламенем омоет людские горы. Архангел сказал еще кое-что. Бойся, пророк. Бойся ложного пастыря Букера Девита. Он стеной встанет между ней и ее судьбой. Почему? Я дурак! Я посылал армии, чтобы остановить тебя. Обрушивал на тебя огонь с небес. Как же я ошибался. Надо было всего лишь рассказать ей правду. Спроси его, дитя. Спроси, что случилось с твоим пальчиком. Спроси, Девита. Пусти меня. Давай, спроси лжепророка. Расскажи ей, лжепророк.
Расскажи ей о ее па. Она твоя дочь, сучий выродок. А ты ее бросил. Стоило оно того, а? Получил, что хотел? Букер. Отвечай. Нет, Букер. Отвечай. Все кончено. Ни черта не кончено. Букер. Засадил ее в клетку на всю Букер. Жизнь. Отрезал ей палец. И винишь меня. Букер, прекрати. Отпусти ты его, ебаный бубан. Ты убил его? О чем он говорил? Скажи, что он говорил про мой палец? Я не знаю. Я думал, ты родилась такой. Не знаю. Твое лицо. Кровь идет. Что? Элизабет, клянусь, я не знаю, что он имел в виду. Знаешь. Просто не помнишь. Нет, я тебе докажу. Мы разрушим сифон. Ответ спрятан за одной из дверей. Осталось его найти. Разрушим сифон? Это же вся башня, Букер. Как мы это сделаем? Не знаю, но я что-нибудь придумаю. Чё? Я ничего не понял. Подожди, это как? Подожди, херня какая. Прям, ну, типа, дичь. Я только сейчас задумался, а ведь Элизабет сама не может вспомнить. Типа, она может помнить? Либо не может помнить. Просто, если так подумать, то Элизабет тоже... то Элизабет тоже должна что-то вспоминать. Либо на ней... Что у тебя синяк под лоб? Либо на нее не действует это ничего. Я просто сейчас задумался, если действует на нас, то действует и на нее. Ты можешь открыть этот замок? Просто это так странно. Это две несовместимые вещи. Либо из-за того, что она создает этот мир, она не может ничего сделать такого. Ой, бля, я чую, бля, сейчас вот это, видите, да? Вот как в тот раз запоет, вот никто об этом не задумывался. Вот сейчас никто не задумывается, вот ни Букер, ни Элизабет, никто не задумывается просто о том, что, блядь, вот это стоит здесь статуя, одна, такая золотая, которая в тот раз пела, из-за которой пришел Соловей. И кто там? Клетка, что же это? Что дальше? Что же она хотела сказать? Клетка. Кейдж. Может быть, попукал? Они говорили, мол, знают, что для нас лучше. Букер. Мол, знают, что будет дальше. Букер! Ты знал, что так будет, старик? Так, приготовься. Ты знал, что так Похоже, будет, пророк? Похоже, они идут на абордаж. Твоя дочь не займет твой престол. Мы отправим ее в могилу. Что мы должны спеть ему! Кому спеть? Элизабет, перестань! Эй, это не буквы, Букер! Это ноты! Возьми меня тоже. Я здесь. Ты поможешь мне. Мне нужно, чтобы ты меня защитил. Сделаешь это ради меня в последний раз. Прошу. Давай. Давай. Давай, давай, давай. Букер, он поможет нам. С флотом народников. Букер, ракеты. Секунду. Ракеты по мне, пожалуйста. Попробую найти. Так, теперь вы можете давать приказ Соловью и направлять его на врагу. Чтобы выбрать для выбора атаки, нажмите F для выделения цели. Нажмите F. Любую выделенную цель. А как мне выделять цели?
Еще крупнее цель, чем дольше Чем крупнее цель, тем дольше перезарядка. Букер, скажи Соловью, куда лететь? Букер! Сюда! Сбей канонерку! Народники! Доберемся на нем до острова монументов! Нужно? Этот город! Перед вами все, что да! Да! Теперь твой бой! Спокойно! Букер! Канонерки! Готовься! Я не могу попасть! Соловей готов! Сбей канонерку! Да! Это все, что есть пока! Как наносится урон вообще всему? Баржа, Букер! Какая баржа? Элизабет! Сейчас! Это еще не конец! Букер, лови! Спасибо. Вон, канонерка. Какой уровень сложности, что я могу пылять большой корабль? Что же вижу будущее? Но мы выстрелим последними! Я вот не помню, что я защищаю? Вот это? Где теперь твой бог? Я просто не понимаю, что я защищаю. Постараюсь найти еще! Можешь не стараться. Я не понимаю, что... Валите его! Я могу призвать телефон. А, сука! А, все, понял. Никто не будет по тебе горевать. Лёд. Забирай! Отлично. Я понял, что защищать надо, но теперь... Мы думали, улицы высланы золотом, но они залиты кровью и слезами. Нашей кровью и нашими слезами. Но сегодня наши слезы станут золотом, а ваши станут кровью. Дирижабль! Что за дирижабль народник? Вот так! Берегись, патриот! Патроны, Букер! Букер, лови! Я другую хочу. Помни о Фингтоне! Букер, он готов! Вон, канонерка! Соловей ждет, Букер. Я тебя лично прикончу. Где? Канонирка. Так, подожди. Кто там опять? Берегись, патриот! Где?
оттуда. Все подбило. Помни о Пинктоне! Куда его отправить? Забирай! Отлично. Больше ничего нет. Очень плохо. Где? Где чудо? Какая перезарядка? Ты о чем? Кто меня бьет-то, блядь? Куда ему лететь? Букер, лови! Давай. Спасибо. Я вообще забыл. Калибр у меня... Ой, хорошо. Пробинка против 4 патрона. Сейчас нужна... Элизабет? Сейчас. Берегись, патриот! Откройте тюрьмы! Сожгите дворцы! Да, сука, я не могу прицелиться на дальний. Палуба! Да, небо, оружие. Не заставят молчать! Та-да-да-да! Это... Перец. Букер, зови его! Больше патронов, еще больше патронов. Сколько нам еще лететь? Ну! Нажму, я жму! Пусть летит сюда! Я не понимаю, я жму туда, но... Сплоченные кровью! А, все ж все дирижабли на роде. Какие дирижабли-то? Дирижабли, быстро! Соли, лови! Давай. Букер, лови! Побежать. Ну пока мне нравится. Патронов бесконечность, можно сказать. Где еще дирижабль? Я не вижу больше. Вы видите дирижабль? Я больше не вижу дирижабль. Что мы скажем основателям? Что мы скажем их пророку? Не нравится мне это. Мне вот тоже, особенно когда перезаряжается ультра долго. Нужно? Давай. Есть. Они идут. Никаких переговоров!
должна быть. Быстро! Ракеты! Аптечка! Лови! Спасибо! Букер! Ракеты! Как же он долго перебежает? А, нет, опять же. Пока что. Открой! Сейчас! Э, а где медикамент? Букер, он готов. Они идут. Атакуй дирижабль. Спасибо. Это надо было Так, все, перезарядка. Сохранение. А что, неплохо вышло. Мне тоже понравилось. Пока если бы у меня еще оружие. Ты еще стреляешь. На носу корабля. Ну давай. Это ее за. Вот эту сокола зовут. Пусть соловьи. Я на носу. Эй, Лиззи, ты где? Букер, подойди. Что? Что это такое? Смотри. Ты можешь приказать Соловью все разрушить. Уничтожь Сифон. Ты этого хочешь? Только так мы найдем правду. О моем пальце и Комстоке, обо всем. Прикажи Соловью разрушить. Снеси все. Все до основания. Птица или клетка? А, вот в чем при. Элизабет! Птица, Элизабет! Я потерял контроль, она нападет! Чего? Где он? Аж игра зависла. Где он? Это что за... Здравствуйте! Второй Биошок! Второй! Первый, второй. Я здесь. Я с тобой. Успокойся. Вот так. Я просто не могу. Элизабет, прости.
И меня сейчас здесь оставят, да? Бля, какая отсылка-то? Что это за место? Элизабет! Это дверь. Одна из многих. Сюда. В каком смысле дверь? О чем ты? Куда ты идешь? Ну давай же! Нам сюда! То, что Комсток сказал про палец. Ответ здесь. Ты... Сюда! Серьезно, это одна... Не верю. Не верю, это одна из сестричек, серьезно? Нам нужно вот сюда. Зачем? Что происходит? Элизабет, что ты имеешь в виду, эта дверь? Я должна показать тебе. Ну давай. Ой. Наверняка я об этом пожалею. Подожди, а если Кукер это... Хотя это маловероятно. Точно не второй части. Вот, возможно, первый, да? Да не, второй. Хотя нет. Не может такого быть. Город на дне океана. Вот бред. Что-то нам он есть. То есть вся история Биошок создана вот этим человечком. Ну, если такой, конечно, может быть. Сейчас, если мы взлетим наверх, и там будет сломанный самолет, и будет много этого. Ой, бля. Посмотри только. Тысячи дверей. Открылись разом. Боже, как красиво. Ты про звезды? Да нет. Он про игроков, которые играли в эту игру. Ну давай же, давай. Нам сюда. Давай. Ну давай. Я просто не могу. Я сейчас... Я в растерянности. Очень сильно растерян, серьезно. Ты это откроешь? Бестолку. Чёрт. Я думала, здесь я наконец смогу контролировать это. Казалось... Что это? Это ключ. Откуда он взялся? Он и был здесь, я просто не видела. Чё? Ну, кривоват не могу ставил, ну ладно. Ой, бля, сейчас давай. Что? Видишь? Не звезды. Двери. Двери куда? Куда угодно. Осталось только выбрать. Чё? Не, плавать. Что это за маяки? Почему мы... Кто? Миллионы. Миллионы миров. Разных и одинаковых. Константы и переменные. Что? Всегда есть маяк. Всегда есть человек. Всегда есть город. Откуда ты знаешь? Я вижу их сквозь двери. Тебя, Колумбию, Соловья. В чем-то разных. И в то же время одних и тех же. Константы и переменные. Да. Смотри. Это же мы. Не совсем. Мы плаваем в разных морях, но выходим на тот же берег. Начинается все всегда с маяка. Я не понимаю. И не нужно. Это произойдет все равно. Почему? Потому что это так. Это было так. И будет так. Столько вариантов на выбор. Они все ведут в одно место. Где все началось. Я сам решаю, куда идти. Букер. Все уже решено. Ну, сейчас я иду за Элизу. Сейчас, давай. Куда ты пойдешь? Сам не знаешь. Постой-ка.
Я знаю это место. Я был здесь лет 20 назад, наверное. Сразу после Вунда Дни. Я искал... Быстрей! Времени нет! Зачем ты был здесь? Готов ли ты стереть прошлое и очиститься от грехов? Готов ли ты родиться заново? Возьми меня за руку. Нет. Нет, я не хочу. Но ты ведь уже это сделал. Ну да. Но я не хочу, я пошел дальше. А все. А я пошел. Все. Сука. Я лучше в домике посижу. Сейчас подойду. Если у меня один путь уже серьезный. Ладно, давай. Ты готов родиться заново? Нет. Да. И покаяться? Да. И отринуть порок? Да. Хочешь ли ты покончить с прошлым, смыть все грехи и переродиться в крови Агнца Божьего? Да. Иисусе, омой грешника. Нет, нет, нет. Даруй Постой. Ему новую Прекрати. Жизнь. Нет. Что ты творишь, Врач! Дэвид? Убери сын, руки! Сын мой! Врач! Ты этого не сделал. Думаешь, купание смоет все мои грехи? Давай-ка валить отсюда. Эти твои двери. Разрывы, да? Ну так открой один. Открой в Париж. Я сыт этим по горло. Только когда найдем Камсток. Камсток мертв! Нет. Он был здесь. Сюда. Ну давай. Давай, мы сейчас узнаем. Что с моими долгами? Передашь девчонку, и долг будет прощен. Это тот, кто нанял меня найти тебя. Правда? Да. Девчонка за долг. For you, you. Ты как-то похож на... Погоди, нет, нет, все не так. Что это? Нет, не было никакого ребенка. Я помню. Нет, ребенка не было. А если бы и был, я бы не отдал его этому типу. Букер, ты не покинешь комнату, пока не отдашь. Дэвид, у нас мало времени. Передашь девчонку, и долг будет прощен. То есть вот так, да? А не хочешь ли пойти нам? Элизабет. Хорошо, надо. То есть, ну я все равно же вернулся. Если это ты, то я все равно же за тобой вернулся, не так ли? А не, буду ждать, ждем. Ну ладно. Привет. Ну давай. Нет. Можешь ждать сколько угодно. В итоге ты все равно отдашь ему то, чего он хочет. Откуда ты все знаешь? Я вижу все двери. И все, что за этими дверьми. И за одной из них я вижу его. Камсток. То есть, значит, я мог тебя не отдавать, а просто... серьезно? Вот это мадам, а вот это ребенок я отдал, и тут эксперимент. А есть выбор? Долг уплачен. Комсток отпускает тебе все грехи. Да бог. Ну, блёд. Передашь девчонку, и долг будет прощен. Не было ребенка. Был договор, что я отправляюсь в Колумбию за тобой. Букер, у тебя кровь. Нет, я помню, что я помню. Теперь мы его расстроили. Думаю, хуже уже не будет. Идем. Это какая-то, ну типа это херня какая-то. Я начинал с одного, блядь. Что мы здесь делаем? Камсток мертв. Мы можем просто жить, как жили. Мертв? Как Чэнь Линь? Как леди Камсток? Нет. Он жив в миллионах миров. Все кончится не когда он умрет. Чтобы все закончилось, он должен никогда
не родиться. То есть ты хочешь сказать, что сейчас все будет просто повторяться бесконечно заново из-за того, что нужно найти историю, в которой Комсток просто не родился? Не, это слишком сильно. Я такого сейчас. Я пойду посмотрю, что здесь. Либо Дэвид, где мое оружие? Все, мы можем сказать, заканчиваем. Эй, давай. Сделка отменяется. Разрыв. Слышишь? Становит... Верни ее! Верни! Порядок, давай! Порядок? Ты в своем уме? Нет! Ты застрянешь посередине! Иди! Все уже и так довольно плохо! Если ты пойдешь сейчас, будет только хуже! Если я застряну, в следующий раз мы увидимся очень нескоро! Ты не застрянешь! Верни мне ее, ублюдок! Готово! Давай! Нет! Нет, нет, глушите нет, машину! Нет! Глушите ее! Анна! Глушите! Анна! Быстро! Верни мою дочь! Нет! А вот и мизинь. Понька. Ой, не мизинь, безымянный палец. Ну, блядь, безымянный палец длиннее всех остальных пальцев. Анна. Анна! Анна! Не, не нет. Забыл. Нет. Прости. Прости меня, Анна. Я не хотел. И тут мне приходит письмо. Так, почему мы всегда открываем одну и ту же дверь? Открой эту дверь. Тут Алина. Ее нет, Букер. Теперь. Анны нет. Ты провел в этой комнате наедине с раскаянием почти 20 лет. Но однажды пришел человек. Предложил шанс на искупление. Шанс того, что мы снова будем вместе. Себя клеймил в качестве наказания? Не лепится. Что сделано, то сделано. Что сделано, будет сделано. Клеймо его властеница, а он наша. Видишь? Он собирает все воедино. Ты так доволен своей теорией. Создает новые воспоминания из старых. Да, мозг адаптируется. Я знаю. Я это пережил. Букер, очнись. Букер, очнись. Здесь все это началось. Я тебя продал. Продал. К твоей чести, ты пытался уйти от сделки. Это все Комсток. Что, если я вернусь и убью его, пока он ничего не сделал? Все приходит в движение. Как узнать, насколько возвращаться? Остается только одно. Вернуться к моменту его рождения. И задушить сукина сына в колыбели. Ты сделаешь это? Ну, возвращайся. Это как, ну, типа, вернуться в прошлое, туда, куда нужно. Тебе, ну, выбери сначала ту дверь, которая тебе нужна. Я не могу зайти вот. Все начинается. Моя. Просто соединили все игры. Это, если честно. Букер. Ты уверен, что хочешь этого? Придется. Только так я исправлю то, что сделал с тобой. Я должен. А, это мизинь.
Букер Дэвид, готов ли ты родиться заново? Почему мы вернулись? Это не то же самое место, Букер. Конечно, я помню. Постой. Готов ли навсегда покончить с прошлым и начать жизнь с чистого листа? Ты выбрал уйти в новых мирах. Ты не ушел, ты принял крещение. И родился снова другим человеком. Комсток. Все это должно кончиться, чтобы никогда не начаться. Но не только в этом мире, но во всех наших. Удушить его в колыбели. Помочь грешника. Даруй ему новую жизнь. Выбор сделал, прежде чем ты переродишься. Какое имя ты возьмешь себе? Он Захарь Комсток. Он Букер Дэвид. Нет. Я и то, и другое. Подожди, без Дэвида вообще ничего не нащупать. Нет, без ничего ни на чего не нащупать. С кого ничего не начнет? Без Букера, Дэвида, ничего не... Оловянный солдатик увидеть Париж и умереть, забыть ли? О, фиг. Кажется, я что-то сделал. Да. Потому что обычно у Биошока несколько. Я вот нет. Что я сделал? Правильно ли это концовка или нет? Так-то, если так подумать, то без Дэвида ничего не начнет. Но и также без Комстока ничего не начнет. И вообще-то без этих двух ничего не начнет. Ну, вообще, если честно, мне понравилось. И это все? Биошок Инфинит. А если бы я ничего не пропускал, там было ли было бы что-нибудь? Интересно. Прям, если честно, очень нет. Тем. Просто умрет, можно сказать, и Дэвид умрет. Кто еще умрет? Правильно, Элизабет, можно сказать. Просто, можно сказать, вернулись в то место, где... С того места, где вообще ничего. Ибо просто это такой странный момент, то, что все вернулись в это. Просто все вернулось именно к священнику. То есть почему-то душить должны были не Стока, а именно Дэвида. Не знаю, что за два аккаунта. В принципе, я закон. Мне она очень понравилась. Продолжение, я думаю, здесь делать точно не будут, хотя... Нет, здесь больше не... Это конец, можно сказать. Ну да, это, можно сказать, трилогия. Три части, только без цифры 3, так что... Цифры 3, так что... Закончим. Ну что же. Тогда мы закончим. А аккаунт... Первый раз уже. Аккаунт... Когда я первый раз заходил, вот когда мы играли, вот здесь я, по крайней мере, может, это из-за лаунчера, помните? Подлагивать. На этом и закончим. Я жду. Я посмотрю, если там есть. Ну, я вот играл на ту концовку, которую захотел.
На какую вышел, на такую вышел. С этим уже ничего поделать. Хотя в этой игре можно все. Я не хочу заново проходить сюда, что как бы да. Ну ладно. Всем пока, с вами был Стал. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. До новых игр и всем пока. И да, кстати, самое важное. Ведьмака я пока не буду проходить. Он очень very-very долгий. Так что там немножко другой контент. До свидания.